Рад приветствовать вас, друзья, с вами Варчик. Сейчас расскажу вам невероятную акцию, которая проходит в игре «Мир танков». Но вначале, по традиции, показываю трех победителей по 500 золота из YouTube и ВК-видео. Если вы играете на Рубай регионе, то принять участие в розыгрыше золота очень просто. Пишите комментарии под видео. В конце не забывайте писать свой ник. Если у него есть подчеркивание, то ник пишите в скобочках. На фоне вы можете видеть, как я играю на Мантикоре и брать себе на заметку хороший куст в режиме штурм на карте степи. Ну а мы переходим к акции. Запускается большая кампания по возвращению игроков в игру. А ну-ка, танкисты, вернулись все быстро в игру. Где наши онлайны по 3 миллиона? Игроки, которые не играли в игру более 100 дней и у них на аккаунте 100 или более боев, при возвращении в игру получают прем-танк 8 уровня Кировец 1. Также 100% экипаж и слот в ангаре. Но если у вас этот танчик есть, то вам компенсируют это золотом. Вы получите 11 тысяч золота, 100% экипаж и слот. Такой акции по возвращению игроков назад в игру не было ни разу никогда. Я такого даже не могу припомнить. Я думаю, игроков, которые не играли 100 и более дней, найдется очень много. Аккаунты, у которых меньше 100 боев, я думаю, таких немного. Поэтому я считаю, что об этой акции должны услышать все танкисты. Танкисты любят халяву. Поэтому видео со всякими новостями и акциями набирают нормально так просмотров. Поэтому, чтобы это видео увидело больше танкистов, не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии. Также делайте репосты к себе в группы или своим друзьям. Это и важно для развития моего канала. Да и пускай ваши друзья на халяву танчик получат. Ничего плохого в этом я не вижу. Ведь условия очень простые. Просто зайти в игру, если ты не играл 100 дней. Проще, наверное, нету ничего. Ну и, конечно же, должно быть на аккаунте 100 боев. Но это еще не все награды. За такие простые действия, как просто зайти в игру, вам будут еще плюшки. Игрокам, которые не играли 30 дней и более, и при этом отыграли 100 и более боев, также еще дадут арендные танки 8, 7 и 6 уровня со 100% экипажем на 10 дней. Также еще дадут 3 дня према. Там есть еще цепочка боевых задач. Задачки несложные. И, конечно же, там есть наградки. То есть, помимо основной акции для танкистов, которые не играли 100 дней, есть еще дополнительная акция для тех, кто не играл 30 дней. Акция на 30 дней у нас время от времени работает уже много лет. То есть, можно сразу умудриться на 2 акции залететь. Также есть еще и награды для активных игроков. Про них тоже не забыли. Оказывается, они в игре еще есть. Все активные игроки, которые в течение 30 дней сыграли хотя бы один бой, увидят в ангаре нотификацию с условием получения одного из 10 тысяч танков Кировец-1. Нажмите на кнопку «Поделиться ссылкой» и попадешь в розыгрыш 10 тысяч танков Кировец-1. Техника будет начислена с 23 по 25 октября. В случае победы вам придет уведомление в виде наградного экрана с танком. Да, возможно, вы уже пошли в комментариях строчить о том, что Кировец-1, наверное, не самый лучший прем-танк. Но согласитесь, раздавать на халяву самый сильный прем-танк – занятие так себе. Ведь потом же вы же опять придете в комментарии говорить о том, что рандом сломался, всем раздали сильный прем-танк. Ну и, наверное, было бы кайфовее получить хороший прем-танк на халяву. Но Кировец-1 нельзя назвать прям плохим. По статистике он немного выше среднего. Да, у него есть свои плюсы, свои минусы, но так у каждого танка. А если, забегая наперед, представить, что все-таки ребаланс прем-танков будет – то вряд ли Кировец-1 будет нерфить. А вот все ваши имбы, имбовые, ходят по тонкому льду. Но до этого нужно еще дожить. Вот такая вот замечательная акция, где можно просто на халяву получить прем-танк 8 уровня, если вы не играли 100 дней. А если вы активный игрок, то вы можете принять участие в розыгрыше 10 тысяч Кировцев-1, просто поделившись новостью про Кировца-1. Я в описании добавлю ссылку на эту новость, где все это можно будет поклацать, кнопочки, поделиться, поучаствовать, прочитать подробно условия и так далее. Также не забывайте еще и про мой видос с моим каналом, тоже тут везде все нажимайте, лайки, подписки, репосты. Я считаю, что такую акцию пропускать нельзя. Какая бы игра ни была, насколько бы она вам нравилась, не нравилась, насколько бы вам Кировец нравился, не нравился, в любом случае, за такое пустяковое занятие получить на халяву прем-танк 8 уровня, я не знаю, на что тут можно жаловаться. В любом случае, пополнение в ангаре в виде прем-танка 8 уровня – это хорошо. Даже если он вам не понравится или не зайдет, в игре время от времени подрубают трейд-ин, где можно один танчик обменять на другой с различными курсами. Там даже бывают обмены один к одному, где вообще не нужно ничего доплачивать. Если вы хотите на халяву реально сильный имбовый прем-танк,
то на моем канале скоро появится возможность получить две Шкоды Т-56. Два счастливчика абсолютно бесплатно получат эти танки. Прямо сейчас не могу сказать, как это будет происходить, но разработчики сказали, что скоро они что-то там с этим розыгрышем Шкод доделают, и дело сдвинется с мертвой точки. Пишите свое мнение в комментариях, с вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачного дня, увидимся, пока.